Всем привет, ребята. Уже у кого-то глубокая ночь, я просто только попал домой. Вот, у кого-то раннее утро, послушайте, в общем, как послушаете. Вот рассказывай, очень угарный момент. Сейчас в последнее время почему-то в нашу сторону сильно агрессивно активизировались леваки из тусовки коммунистов. У каждого свои убеждения, все понятно. Но что-то каждый раз вот убеждаешься уже в такой вот тупости и омежности, реально, что у либерах вот эта вот молодежь, которой никакая доказательная база не нужна, нужны чисто вот заголовки и хватает. Им сказали они, ага. И тут что-то то же самое начинается. В общем, в последнее время на нас прям сильно агрессивно активизировались леваки. Постоянно пишут посты про северный человек и про русскую общину, кстати, тоже, да, такие прям все пытаются меня там обвинить, он там и наркоман, он там и то, он там и все, и вот им же надо хоть как-то пытаться репутационно хоть что-то сделать, а по сути они просто всякое говнище с интернета собирают и вот пытаются его как-то по восьмому кругу пользовать. И в итоге, сегодня я увидел квинтэссенцию, и меня, если честно, так это умилило. В общем, очередной пост, что вот там они создали у них там. И там была такая фраза, что мы погромщики. Что мы погромы устраиваем. Это прям утверждение. Напечатанное, короче. И в комментариях тип пишет, говорит, я как бы тоже, ну типа, их не поддерживаю, но я наблюдаю, типа, смотрю, изучаю. И у меня, говорит, вопрос к администратору. Типа, а есть какое-то доказательство их погромов? Ну, типа, если они погромы делали, что, реально, в натуре, да, правда? А есть, ну, хоть там видос, что-то, доказательство? И ответ администратора меня просто... Это вот прям квинтэссенция вот этой тупости. И доказательной базы, тем более. Следующий... Он ответил ему следующее. Нет, доказательств нет. Но не исключено, что были и будут. Вот. Вот. Такой, вот так надо с подписотой, короче, общаться. У них именно подписота, пехота такая. Нет, ну не исключено. И тот ему пишет, а, ну как бы, наверное, да. И там, короче, дальше пошла беседа. Я так, мне просто прислал админ. Я так глянул, думаю, обалдеть, насколько тупеет народ. Вот они про меня там уже два ролика сняли, собрали всякое говнище с интернета, я вам уже об этом рассказывал, да, просто вот слухи, недослухи, какие-то старые статьи еще, когда на меня либералы писали там такие статейки, что ну просто смотришь, думаешь, господи, ну что ж такое, неужели у вас это хавают? Вот, а с другой стороны, от ненависти люди будут хавать что угодно, лишь бы взгревать в себе эту ненависть. Ненависть, она же такое чувство опасное на самом деле. А она еще потом к беспомощности иногда приводит. И вот при этом я не понимаю, что они так активизировались. Ну, окей, у вас не получается, да? У вас не получается, чтобы ваша движуха действительно делала что-то в полях, ну, на деле. Не постики в сети, а на деле. Ну, не получается, да? Что-то как-то не срабатывает. Видимо, все-таки любят больше потрындеть, да? А в то время как у нас действительно ребята там идейные, они... Берут и делают, просто берут и делают, несмотря на усталость, там еще что-то. Вот. Тут уже получается так, что несколько таких же леваков, они вообще уже стали релокантами, и они там уже вообще вещают такие просто тупорылые идеи из-за рубежа, при этом при поддержке там тех же товарищей из Украины. Понимаете, там уже целые связочки работают. Протекции начинают работать. И вот понеслась. То есть понимаете, насколько нужно ненавидеть свою страну. И вот и самое главное у них всегда. Мигрантский вопрос, он не такой. И они начинают приводить какие-то вообще непонятные полудоказательства, что мол нет, все это не так. Нет никакого мигрантского беспредела. Нет никакого засилья. Нет, экономика сразу же умрет без мигрантов. Какие-то там сверхидеи, но вот то, что я сегодня услышал, увидел, прочитал, вот это вот просто берут, утверждают, а когда их просто их же соратник спросил, слушай, ну хоть как-то доказать есть что? Он говорит, нет, но не исключено. Это вообще просто такие уматные, если честно. Ну, их агония свидетельствует о следующем, что прекрасно понимают, что не получается, не получится, уже не получится, уже все, не работает. Особенно мне прикололо, там какой-то есть товарищ у них там, какой-то там, на кого-то они все ссылаются. У него музыкальный коллектив есть коммунистки, для коммунистов. Вот.
Я что-то мне присылал тоже админ скрин какой-то, ржали мы с ним вдвоем, что типа он сетовал на то, что вот смотрите, типа Маваши групп, мол, посмотрите какой движ, нам вот такого не хватает, наш коллектив так не слушает. Там какая-то такая была, по-другому как-то сказано, я не помню точную формулировку. Но суть информации была такая, что почему у нас не так. То есть просто это называется, извиняюсь, сам себе в жопу насрал. Вот такие неуматные, конечно. Их Ромка из «Сыны монархии» постоянно разматывает, красавчика тут. Его тема. Но я вот так решил тут сейчас просто рассказать вам наблюдение, которое меня просто, если честно, так умилило.